Субботний вечер для ульяновских театралов будет по-настоящему праздничным. Ульяновский драматический театр откроет 235-й творческий сезон. Сейчас идут последние приготовления. Театр преобразился. Да, нам удалось сделать косметический ремонт в фойе зрительских на первом этаже, на втором этаже, в кассовом зале, как вы видите, в туалетных комнатах, в музейной части. Зрители, я думаю, когда придут в театр на открытие, будут приятно удивлены тем, как преобразились. В фойе первого этажа появилась новая фотозона «Легендарное прошлое». Прошлое театра действительно заслуживает внимания. 235 лет назад в Симбирске состоялось первое общедоступное театральное представление. Вплоть до середины 20 века Ульяновский драматический театр оставался единственным профессиональным театром в городе. В 2007 году театру было присвоено имя уроженца Симбирска, писателя Ивана Александровича Гончарова. И свой юбилейный творческий сезон Ульяновский драматический театр открывает премьерным спектаклем «Обломов» по мотивам романа Гончарова. Спектакль по пьесе Михаила Угарова поставила молодая режиссер из Минска Мария Матах. История Ильи Ильича, мне кажется, очень интересной сейчас. И то, о чем писал Гончаров, и то, о чем писал Угаров, это все интересным образом вырастает в такую историю про человека, человека, которого, может быть, сегодня в принципе не может существовать, но который очень нужен. Роль Обломова исполнил Александр Курзин. Также в спектакле заняты Алексей Вольный, Виталий Злобин, Николай Авдеев, Анна Дулебова и Кристина Каминская. Театр, конечно, учитывает при продаже билетов все требования Роспотребнадзора. Все делается так, чтобы зрителю было и безопасно, и комфортно находиться в стенах театра. Продаются только нечетные ряды. То есть, если вы сядете в зрительный зал, перед вами и за вами будет ряд пустых кресел. Кроме того, система билетная автоматически закрывает место слева и справа от купленного билета. То есть вы будете окружены пустыми креслами со всех сторон, чтобы соблюсти дистанцию между зрителями. Поскольку редко ходят зрители на спектакль поодиночке, система это тоже предусматривает. Вы можете приобрести небольшое количество билетов до 10. Места будут расположены подряд, и уже эта группа будет окружена пустыми креслами. Также в день открытия юбилейного творческого сезона Ульяновский драматический театр приготовил для зрителей сюрприз. Вечернюю программу откроет костюмированная театральная шествие в честь юбилея театра. Оно начнется в 16:30 с возложения цветов к памятнику Ивана Гончарова у Дворца книги. Затем шествие проследует через Соборную площадь на площадь Театральную. У главного входа в драматический театр зрителей ждет презентация проекта обновленной театральной площади, торжественная церемония открытия и, конечно, подарки зрителям. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.